Всем привет! Сегодня я буду готовить манник с тыквой. Очень вкусный, полезный, красивый. Для кого-то, наверное, немаловажно, он будет без муки и без яиц. Понадобится мне манка 1,5 стакана, это в районе 300 грамм. 1 стакан кефира 250 миллилитров. Щепотка соли. Сахар берем по вкусу, у меня 100 грамм. 1 апельсин. Вместо него можно взять либо лимон, либо мандарин. Тыква, когда мы ее почистим, должно получиться примерно 350-400 грамм. И немного соды. В первую очередь манку заливаем кефиром. Сюда же мы добавляем щепоточку соли, сахар. И все перемешиваем. Тыкву натираем на мелкой терке. Тыкву добавляем к манке. С апельсина мы аккуратненько снимаем цедру. Только верхний слой, без белого. Добавляем сюда цедру. Теперь добавляем соду, 1 чайную ложку. Либо разрыхлитель, это будет 2 ложки. И все очень тщательно перемешиваем. Духовку включаем заранее. 190 градусов. Готовим форму, смазываем ее растительным маслом и выкладываем тыкву в форму. Все разравниваем и отправляем в духовку. У меня она выпекается примерно около 50 минут. Ориентируйтесь на свою духовочку. Пока манник выпекается, мы подготовим сироп для заливки. Вот апельсин, который у нас остался. Мы из него выжимаем сок из 2 половинок. К соку добавляем 100 миллилитров воды. Сахар по вкусу. У меня это 100 грамм. Можно взять побольше, если вы любите прям, чтобы сладкий был. Все немножко перемешиваем и отправляем на огонь. Доводим до кипения. Огонь уменьшаем и уже на маленьком огне провариваем недолго, буквально 3-4 минутки. После этого выключаем и оставляем остывать. Манник у меня готов. Уже он, посмотрите, какой красивый. Теперь нам нужно сделать несколько проколов. Немного, но равномерно. Теперь заливаем сиропом. Кстати, когда вы будете готовить, обязательно берите форму неразъемную, с бортиками, чтобы потом у вас вот этот сироп не вытек. Теперь оставляем манник до полного впитывания сиропа. То есть, ну, это минимум полчаса. Теперь манник потихонечку можно доставать. И посмотрите, как он выглядит в разрезе. Он не только очень вкусный, но он еще и выглядит аппетитно. На него смотришь, его прям вот хочется кусочек. И он такой слегка влажноватый, я бы сказала сочный, если можно так выразиться. И вкусно, и полезно, и готовиться несложно. В сезон тыквы, ну, грех просто не воспользоваться. Уверена, если вы приготовите, вам тоже все понравится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.